В общем, всем привет! Это видео с очередным скетчбуком, который я обещала в июне. Вот, я уже сбилась со счету, который он там. Этот скетчбук я сделала своими руками. Он с бумагой для черчения. Сразу скажу, что видео про то, как делать скетчбуки, делать я не буду, потому что на Ютубе и вообще в интернете этих роликов просто завались. Поэтому как бы Google вам в помощь, ищите, смотрите. Вот. Я не буду слишком много что-то говорить, потому что мне не нравится, когда что-то много на каждой картинке долго останавливается, поэтому я буду просто его перелистывать. Вот, если где-то что-то будет интересное, что-то рассказать, я остановлюсь. Вот, но в целом, как бы, приятного просмотра. Так, начала я его 15.11.2015 и закончила 25.05.16. Видео будет немножечко вытянутым, потому что камера стоит чуть-чуть под углом. Так, тут я придумала, что это какой-то новый дизайн для ветрушки, когда она еще была предыдущего дизайна. Эту картинку я стримила, если кто-то помнит. Больше не буду, потому что на телефон неудобно. Это карандашики цветные с копиками. Это уже новая ветрушка. Это, если кто-то видел, календарик с тельцом. Правда, изначально это был стрелец, но стал тельцом. Это еще один персонаж из истории с ветрушкой. Это я пыталась сделать закладку по одному из уроков на Ютубе, но что-то у меня не получилось. Это нам ребята на Новый год дарили конфетки, и там были наклеены такие картиночки, и мне рука не легла их выбросить. Это мальчики для работы эскизы делали. Это персонаж из истории с Кантой. Ну, из самой истории-то, конечно, нет. Есть два персонажа. Бинго Бонго. Прекрасный персонаж. Эту картинку я что-то дважды начинала. Один раз на компьютере, второй раз карандашом. И что-то ни то, ни другое не закончу. Не судьба, видимо. Карандашные наброски некоторые, конечно, очень плохо видно, но что поделаешь. Это не стала заканчивать, потому что начала размачивать воду, у меня растеклась тушь, и я что-то так расстроилась и не стала заканчивать. Это от Марины из клуба. Красотища.
Это из Fallout 4 просто персонажей разрабатывала в мультяшном стиле. Всем знакомая ветрушка, покрашенная потом на компьютере. Здесь, наверное, вообще ничего не видно толком. Все наброски из клуба. Это я Настю рисовала, когда она была на встрече с читателем из Гаглоева, который Пардус написал. Это мой муж, я риски варил, я его успела зарисовать. Это моя любимая кружка, которую Рома подарил. Это очень забавно. Мы с мужем вегетарианцы, и здесь нас спросили, типа, как вы можете мясо не есть? Но мне решилось нарисовать, что мы, конечно же, с ума сходим. Специально себя мучаем. Это старенькая открытка 2015 года. Точнее, нарисована она вообще в 2014 в конце. Есть эскиз из клуба. Зубастая ветрушка. В какой-то момент мне стало неудобно рисовать в А4 в горизонтальном, точнее, в вертикальном положении. Я стала рисовать в горизонтальном. Так что сейчас будет очень много верчения туда-сюда. Вот эта ветрушка есть на наклейках. Это мама ветрушки, незаконченная. Здесь я нашла, как вести bullet journal, это типа ежедневник специальный. Если кому-то интересно, видите в интернете, там все подробно расскажется в миллионах видео. Это мои инструменты, которыми я в основном рисую. Это я. Не знаю, что в ежедневник записать. Это я наклеечки так рисовала, а потом на компьютере раскрашивала. Здесь я какие-то с интернета брала, красивые баночки, там упаковочки, платьишки. Это у меня криво напечатались наклейки, ну, точнее, друг когда печатал, там лист заживался. И получилось, что часть наклеек в половину напечаталась. Я вот одну сюда наклеила, вторую сюда вывязала. Видно было? Видно было. Вот так. Это акварель, это я гуашь купила, решила попробовать. На чем еще практиковаться, как не на баночках. Здесь у меня пошел Ink Spring. Кто помнит, тот поймет. Это у нас в клубе Саша есть, который делает очень классные маски всякие и так далее. Вот тоже его в клубе. Поставили позировать. Это печальная открытка, иллюстрация с унесенными призраками. Я ее несколько раз перерисовывала. В итоге здесь я попробовала распечатать контур, покрыть фиксатором и сверху по фиксаторам рисовать акварель. В итоге акварель себя ужасно начала вести на фиксаторе. И, короче, я забила и покрасила на компьютере. Это я рисовала в подарок тем, кто участвовал в
очередном флешмобе, уж не помню, что акварель, по-моему, был. За инкинг-то я так еще и ничего не сделала. Простите меня, я исправлюсь. Это я начала в четвертый раз играть в Skyrim. Из моих любимых каджитов. У этой девочки тоже, она не просто так придумана. Это я девочек у метро ждала, когда мы в первый раз, по-моему, к Наде в гости пошли. И да, по-моему. И там девочка играла с надувным розовым дельфинчиком. Я вот подумала, это хорошая идея для зарисовки. Тут какое-то было грустное настроение, уж не помню чего. Храброе сердцем. Это подарок для Нины Самку. Я потом на компьютере немножко сделаю интересней картинку. Это у меня просто катастрофически не хватало времени в этот день. Там надо было типа каждый день рисовать черно-белую картинку. В общем, отделалась по-легкому. В клубе рисовала. Опять же, тот же Саша принес такие красивые рога, и все их перемерили. Я вот решила их тоже зарисовать. Это лисенок из Лисьей почты, типа хуманизированный. Просто девочка-мальчик, неизвестно, с луком. Здесь я пыталась нарисовать ветушку в более взрослом виде. Это гуашь неудачная. Здесь вообще ничего не видно толком. Жаль. Красивый профиль получился, аж самой нравится. Здесь я посмотрела какое-то видео на ютубе, и там девочка очень интересно вот так карандашами красила, смешивая разные цвета вот такой грубой штриховкой. Решила тоже попробовать. Это обычная черная ручка. Рандомные ребята. Это камишка. Это просто лисенок, который потом переделывался чуть-чуть. Так, ну тут не видно опять зарисовки с клуба. Это я второй раз пересматривала Sailor Moon Crystal и решила там Чибиусу нарисовать. Это для Индже, Мята, хорошенький персонаж. Тут меня почему-то резко переключило на всяких фовиков и на животных, так что не удивляйтесь. Здесь я пробовала разные глаза рисовать. Тут я, в общем, узнала, что скоро не будет вот таких вот билетиков классных, и решила сохранить несколько штучек. Вдруг потом дети и внуки, и правнуки за миллиарды продадут. Ну, вот, в общем-то, и все. Последняя картинка с моим скетчбуком и пеналом. Вот, я его не стала заканчивать, тут осталась какая-то кропаль, на самом деле мне уже он ужасно надоел. Устала я от его размеров, неудобно, решила маленький начать. Вот, надеюсь, вам было также интересно. Я выполнила свое обещание снять скетчбук. Вот, ну, всем пока, спасибо за просмотр.